Так, всем привет, народ! Сегодня у нас китайцы сходят с ума. Они тут повытаскивали 1000 танцующих роботов. Скоро они с ними не только, блин, танцевать будут. В предыдущих выпусках этой рубрики мы неоднократно писали про достижения Китая в области робототехники. Совсем недавно жители города Циндао в провинции Шаньдун могли наблюдать историческое событие. В рамках ежегодного фестиваля пива организаторы решили показать необычное действие танец тысячи роботов. В шоу приняли участие 1007 одинаковых небольших человекоподобных роботов QRC-2, которые синхронизированно танцевали. Действие длилось в течение 1 минуты, но, к сожалению, некоторые роботы не выдержали всей эпичности происходящего и попросту падали или перестали танцевать. Впрочем, это не помешало организаторам установить мировой рекорд и попасть в книгу рекордов Гиннесса. Интересно, что все роботы управлялись с одного смартфона. Произвела и запрограммировала роботов китайская компания Everwin Company. Генеральный директор Everwin Цюань Цзинью рассказал, что самой большой проблемой, с которой они столкнулись, были радиопомехи. Отметим, что предыдущий рекорд принадлежал другой китайской компании YubTech Robotics Corp. На все ее шоу танцевали только 540 роботов, в половину меньше. В общем, короче, китайцы сходят с ума, блин, делать им нечего. Роботов танцующих вытаскивают, короче, ерунда какая-то, блин, ё-моё. Вот такие вот дела.